Мы находимся на выставке Household Export, разговариваем с нашими гостями. У нас в кадре практически представители государства, Российский экспортный центр. Олег, расскажите, чем государство и конкретно ваша структура помогает, может быть, полезно рынку, экспонентам и вообще, каким образом вы взаимодействуете с участниками рынка? Добрый день, спасибо большое за приглашение и за интересный вопрос. Хотя Российский экспортный центр достаточно молодая структура, она была создана чуть более 3 лет тому назад, но тем не менее она зарекомендовала себя на рынке как активный помощник для несырьевого экспорта, как с точки зрения финансовой, так и нефинансовой поддержки. Если мы говорим о нефинансовой поддержке, это тот блок, который, собственно говоря, я и представляю, являюсь руководителем проекта по интеллектуальной собственности, мы оказываем нашим экспортерам широкий спектр консультационных услуг в самых разных вопросах, связанных с экспортом. Это и помощь в вопросах патентования и регистрации товарных знаков на зарубежных рынках. Это и сертификация продукции, и адаптация продукции по требованиям зарубежных рынков. Вопросы таможни, логистики и маркетинговые исследования, включая поиск партнеров, проведение переговоров. И, конечно, в состав группы Российского экспортного центра входит Росэксимбанк и страховое агентство XR, которые предоставляют кредиты как нашим экспортерам, так и потенциальным покупателям российской продукции для того, чтобы облегчить выход на зарубежные рынки. Кроме того, важным направлением является вот организация участия наших экспортеров в выставках за рубежом, в бизнес-миссиях, что, естественно, облегчает проведение переговоров, облегчает транспортировку экспонентов на выставку, облегчает сам выход на внешние рынки, поскольку частично затраты, связанные с таким участием, компенсируются Российским экспортным центром. Ну и кроме того, да, у нас действительно действует широкая программа субсидий практически на все те услуги, о которых я говорил. Это и патентование, и сертификация товаров, участие в выставках, бизнес-миссиях, транспортировка товаров. Практически на все услуги наши компании могут получить компенсацию понесенных затрат в той или иной степени. Спасибо большое. Представители государства у нас в эфире. Не переключайтесь, скоро включение с другими участниками рынка.